пишу. Еще раз, вы его не пускаете, ребят, да, серьезно, вы его не пускаете? Чего? У нас в Вене работает фейс-контроль и дресс-код. Ну и что он делает? В чем он одет? Он не подходит под наш фейс-контроль. Чего гонишь, что ли, придурок? Да. Под человека не пускаем больше. Меня не пускайте, хорошо. Счет тоже закройте сами так. Хорошо? Вроде там-то остался. Ну, хорошо, не вопрос. Ну, сними маску, пожалуйста. Ну, зачем? Ну, как вы его не пускаете? А что ты маску не снимаешь? Ну иди туда, повалю, господи. Вы что, гоните, что ли, ребят? Ну как так? Ну, мы сказали, что... Да что вы сказали? Что еще раз поставить? За барную стойку депозит будет 1000 рублей. Да, мы в курсе. Пожалуйста, обращаем девушки. Ну да, ребят, кстати, мы же бронировали место. Ты его... Товарищ только приехал. Да, мы телефон вас предупредили. Не пускаешь ли? Я администрация данного заведения. Ну да. Что еще раз? Что, он не спать? Да вы что, ребят, вы что? В военной форме. В какой военной? Ну и что в военной форме? Что? А он какой? А он в форме... Мы пустим его обязательно. В каком при исполнении? Документы. Какие? Пожалуйста, нет, чтобы ну... при исполнении, чтобы пришли к нам с какой-то целью. Вот, он при исполнении. А не отдыхать. Он военный, он при исполнении. А милиция что? Я вам еще раз говорю, что мы, к сожалению, отказываем в обслуживании. Ничего себе. Ну еще раз, скажи еще раз. Я вызываю сейчас полицию. Вызывайте.